Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема — заявление Ишхана Сагадзеляна. По его словам, нужно противостоять угрожающей Армении новой капитуляции. Нужно противостоять угрожающей Армении новой капитуляции, и нужно быть готовым не только на государственной границе, на улицах и на площадях, но и особенно в Ереване. Что он имеет в виду? Можно сказать, что это означает, что готовится новое противостояние. И по словам Ишхана Сагадзеляна, в этом виноват Пашинян. И это закончится тем, что будет подписано капитуляционный акт уже в самом Ереване. В истории, как вы знаете, есть факты, в котором наступающая уже сторона, то есть более сильная сторона, чтобы окончательно решить проблему, идет до конца. И как мы видели, как мы знаем от Второй мировой войны, уже договор о мирном соглашении, акт о капитуляции уже пишется в столице, то есть в генштабах, где находятся генштабы этих стран. Именно поэтому Ишхан Сагадзелян говорит, что новое противостояние закончится капитуляцией, и в этом будет виноват именно Пашинян. Но это можно комментировать тем, что Ишхан Сагадзелян является оппозиционером, и его высказывания, адресованные Пашиняну, это смена власти, но смена власти ничего не будет решать, так как есть влияние здесь российской стороны. И если с оппозиционной точки зрения кто-то придет, то он должен сделать, что советует Россия. Россия советует то, что есть трехстороннее соглашение, и гарантом этого является именно российская сторона. То есть любой путь, который берет Армения, закончится фатальным. Спасибо всем за внимание и удачи всем.